Дарья Кашутка из Песковской средней школы отдыхает в детском оздоровительном лагере «Салют» уже в четвертый раз. И это не случайно, ведь каждый год детей ждет что-то новое и интересное. На сегодняшнем дне мне больше понравился конкурс «Рогатка», так как мы участвовали слаженно, помогали друг другу забросить мяч. Сам лагерь нравится, так как тут все отряды дружные, дружат между собой. Как бы тут очень интересные мероприятия проходят, воспитатели очень тоже хорошие. Ну, как бы одна семья, можно так сказать. В лагере «Салют» было организовано туристско-спортивное командное состязание, в котором дети участвовали с огромным удовольствием. Конкурс «Рогатка» требовал от ребенка определенных умений и навыков, поэтому получалось не у всех, но ребята помогали друг другу. И это, наверное, тот уникальный случай, когда такое оружие, как рогатка, служило благим целям. Переправа от дерева к дереву по натянутым канатам – занятие не только интересное, но и требующее смелости и умения держать равновесие. И хотя здесь члены команд участвовали по очереди, тем не менее моральная поддержка была очень важна. Среди столь необычных конкурсов было и традиционное перетягивание каната. Мне как-то больше понравилось натягивание каната. Как-то весело, все участвуют. Я обязательно приеду сюда на следующий год. В целом, в этом году детский оздоровительный лагерь «Салют» к приему детей подготовился основательно. Была проделана большая работа для того, чтобы дети чувствовали себя здесь комфортно. В этом году 100% ремонт в лагере. Покрашены все корпуса, как стены, потолки и полы. 100%. Мы положили асфальтированную дорожку. Это большие деньги, больше 150 миллионов пошло. Сделали игровую площадку, как видите, у нас дети занимаются, вот, и качели, и горки, все вот это тоже новое. Приобрели много спортинвентаря, 300 теннисных стола, бадминтоны и обручи, в общем, все, что для спорта надо, у нас все имеется. В лагере много различных детей, много активных детей, которые непосредственно принимают участие в соревнованиях, помогают мне как инструктору по физической культуре и спорту. Педагогический коллектив успешно справляется с задачами организации досуга детей, поэтому и едут сюда школьники с удовольствием. В этом году с мамой ездила на Азовское море, но все равно решили поехать в лагерь «Салют», чтобы еще больше оторваться. Вожатые всегда понимают, природа. Каждый день проходят различные мероприятия, дискотеки. Туристско-спортивные состязания закончились, а на следующий день для детей были организованы малые Олимпийские игры. Таким образом, каждый день ребят ожидает новое и интересное мероприятие.